Всем доброго времени суток. Сегодня мы рассмотрим правила управления автомобилем. Сегодня мы имеем автомобиль Renault Logan. Logan. С пятиступенчатой коробкой передач. Значит, коробка передач типичная, переключается как обычно. То есть первая, вторая, третья, четвертая и пятая передача. Ну еще и задняя. Заднюю показывать не буду. И нейтральная. Нейтральная показывается вот так, когда ходит в сторону. Значит, с чего мы начинаем? Проверяем коробку передач, чтобы была на нейтральной. Заводим машину. Вот она завелась. Снимаем с ручника. Переключаем на первую передачу. Начинаем давать обороты. Где-то 1500-2000 оборотов. Показываем поворот, что мы едем. И начинаем ехать. Вот. Мы сейчас идем на первую, переключаемся на вторую. Разгоняемся где-то до 30 километров, переключаемся на третью передачу. И плавненько выжимаем газ, отпускаем сцепление. Смотрим в зеркало заднего вида и по сторонам. Теперь снимай меня. Меня рука, руку вперед. Как-то так.